Лошистяна, Женя, киловатт, я Р1, Николай Антон. Спасибо, добрый день. 5-9, Александр, около города стартовала. Пожалуйста, Александр, как принято, в горячем ключе. А, прошу прощения, все-таки, наверное, Николай. А, да, Николай. А, Николай, как принято в Смоленской? Лошистя ЖК, я Р1 и на. Р1 и на, Лошистяна, Женя, киловатт. Александр, добрый день. 5-9, я вас принимаю, Николай, страница Смоленская. Это ну и далеко горячий ключ. Погода хорошая сегодня, плюс 18 градусов, но дует очень сильный ветер. Южный. Вот такие вот новости. На приемной. Ну ясно, Николай. Ветер-то хоть южный прием. Это хорошо. Южный — это хорошо. Раньше говорили, южный — значит Сахара дует, что-нибудь теплое надует. Я вспоминаю интересный случай. Экспедиция 2004 года. Мы были лишь на Ладоге, по островам, так сказать, ходили по программе русского Робинзона. И подошли на один остров, высадились на катамаране. Ну вот буквально минут 15, да, подул такой горячий воздух, это был в июне, да, и, по-моему, 14 или 13 июня, подул такой горячий воздух, такое ощущение, что мы в Африке оказались. Ну а потом вот он минут, наверное, 15 дул, а потом все, обратно, холодно, и, так сказать, ночевали мы на том острове. Мне не досталось места в каюте, там народ быстро занял, и мне пришлось всю ночь работать в эфире при плохом прохождении. Ну и занятие такое, там камней было много, камень из позывных укладок. Потому что, да, жара вот такая. У нас нормальная погода, 12 мороза, солнечно, снега много, льда много. Если есть желание лыжи покататься, в милости прошу к нам. У вас 6 ЖК, Р1 она. Спасибо, спасибо, Николай, большое. Тоже прошу прощения, если что не так. Но я думаю, что здесь ради любви. Иногда, да, кажется, вот какая-то обида. Все проходит. Не проходит только вот, когда подходят без позывных здесь. Вот оттуда, соседи. И говорят всякие гадости. Такое ощущение, что у них с языка капает яд. И этот яд они никак не переварят. Вот там, да, там никакого прощения быть не может за то, что они натворили. Но почему-то во всем нас обвиняют. А между нами, ради любителей, какие еще могут быть обиды? Николай, здоровья, удачи, всех-всех благ. У вас 6, Анна, Женя, киловатт. Я Р1, Николай Антонов, 73. Да, спасибо, Николай. Да, я иногда бываю, там слушаю, но действительно там невозможно ни о чем говорить, ни за что зацепиться, нет темы. Можно всегда поговорить даже с врагом, но с ними не о чем говорить. Но я думаю, пускай говорят, кому надо, тот пишет, записывает, всем все воздастся по его заслугам. Спасибо, у вас 6 ЖК, Р1 на 73, пока. А, до свидания, спасибо. Я Роман 1, Николай Антонович.